Я открываю сегодня такую вот коробку. А что это за коробка? Сделать печеньки. Там же скотч, мам. Он открыт. Я же открывала. Понятно. Высыпаю все. И можешь распаковывать. Надо ножницы, мам. Нет, не надо. Тут пакетик нормальный. Ну, ты расстилаешь. Наверное, на этом будешь делать, чтобы стол не запачкать. Огроменная. Угу. Пластилин открываешь? Ну, открывай. Такие маленькие, смотри. Ну, я же говорила, что маленькие. Он такой мягкий. Угу. Прикольно. Пахнет, кстати, вкуснее этого пластилина обычного. Весь открываешь сразу? Угу. Мусорку можно сразу бросать. Так, это мы распаковали. Тарелочку будешь складывать. Ну, давай начинай с какого-нибудь. Что ты будешь первое делать? Выбирай. Такое печенька, как сэндвич. Или, может, с самого маленького начни? Нет. А там конфетка есть на красном. Давай, заполняй. А раскатывай. Зачем? Запихивай в это. Все. Что полностью. Если мало, добавь. Ну, больше добавь. Лишнее ты скатаешь. А где вот это? Лишняя скалка и скатаешь. Вот этой синей. Все. Ну, теперь скалкой покатай. Оно распределится само. Теперь надо убрать ножичком. Так, высовывать будем. Ну, так и высовывай. Ножиком. Не знаю как. Ну, мягкий очень. Не знаю, как высовывать. А, вот так. Ну, покажи. С другой стороны. О, прикольно. Дай мама сделает. Камера пускай так стоит. Дай-ка я сделаю. А я Мишку сделаю. Угу. Я его сделаю желтеньким. Смотри, берем. Просто вот так вот. Только, Арина, ты кусочки потом собирай и к пластилину. Смотри, со скалки лишнее снимай назад, чтобы он не мешался. Вот так вот берем. Прижимаем. Он сам вываливается, смотри. Я сильно делаю. И что? А я вот сам вынимается. Нет, ты делай по-своему. Кстати, а камера будет снимать себе. О, смотри. Вот ты какой Мишка классный. Ложи вот это на тарелочку. Давай. Все, теперь я делаю. Теперь ты. Ну все, я могу за тобой не наблюдать. Ты делай, камера тебя будет снимать. Смотри, а лишнее ты ножом раз, сгребла, да? Угу. Ну, и всё. На место. Все, иди лепи. Красиво получается, мама. Посмотрю. Классно, правда? Да. Здорово. Это вафельки такие. Угу. Даже костыль будет, посох. Конфетки такие маленькие будут, суперские.
Он особо даже не прилипает, правда, классно? Да. Следующее. Мы будем делать конфетку красную. О, супер, сейчас наделаешь кучу. А что, нормально. Рада, хоть и маленькая, зато интересно. Угу. Видишь, разные-разные. А тут у нас мало таких. Ну и что? Да, ну и что? Тут нормально тоже. Зато, Миш... Ты смотри, ты ж не прилепила нормально. Тебя сильнее надо прижимать. Она так нормально, в принципе. Показывай. Ох ты, какая классненькая. Здорово. Следующее мы делаем цветочек фиолетовый. Все по одному цвета. Красиво, правда, мам? Покажи, что ты уже слепила на тарелочке. Такую вот красоту. Окошко, печенька с крестиками медведя. Мама моя слепила. Какую-то малинку или ягодку и конфетку. Прикольно. Следующая желтенькая будет... А это кто глядишь? Камера снимает, что она делает. Следующая будет, даже не знаешь, я цветочек. Нравится, не от чего тебе я кое. Может, булок в духовке напечем? Нет, это же пластилин. Все. А, не вылазит. Размажь, пожалуйста. О, тут даже вот что есть. И вот. А смотри, потом... а, прикладываешь сильно. Мам. Смотри сюда внимательно. Видишь, оно должно отпечататься само. Мама, смотри, тут можно сделать такой, потом положить туда сон и накрыть тоже, и получится вкуснее. У нас же, видишь, у корабль, буковарова. Блин, с трудом вот это достается. Буковаровочка. Это не ножом выковаривать, можно и руку. Немножко спортилось. Ну и что? Ну это с трудом как-то вообще. Следующее. Подарок нашел тебе, да? Да, подарок наконец-то пришел. У меня хоть не лохматый. А покажи, какие ножницы пришли. Ножницы классные. Смотри, какие. Обалдеть. Смотри, как режет. Дай бумагу. И. Тебе ими нельзя бумагу резать, ну дай покажу. А что они режут? Ткань. Это же для ткани. Смотри. Обалдеть. Классно. Да. Не обалдеть, только. С зубчиками. Ай, пойду я прям через видео, что мне место не делаем, что не морозить. Не обалдеть, я делаю. Я сильно стараюсь. Смотри, мама, как красиво получилось. Ну, сейчас очистить надо. И красоту. Можно еще бриллиантик слепить, сердечко. Будет это беленьким. Можно. И прилепляется. Так здорово. Смотри, какой бриллиант получился. Беленький. Классно. Иди сюда, я тебе шапку. Нет, нет, надо мне сделать. Смотри, какой помпончик у тебя теперь будет маленький. Угу. Следующее мы будем делать что-то непонятное. И это будет желтенькое. Хотя красненькое будет. Потому что красного у меня второго нету. И будет оно красное у меня. На одном мы все сделали. Другой мы там немножко не сделали и будем доделывать.
И последнее у нас осталось. Слепим мы красный. Хотя, как всегда, голубым. Паровозик, чу-чу, паровозик на виду. Чу. Ох, туки-туки-туки-туки, ох, туки-туки-туки-туки, ох, туки-туки-туки-туки, возик на виду. Качается. Чух, паровозик золотой мне чу-чу. Вот и так, паровозик золотой. Чу-чу, чу-чу-чу. Возик чу-чу-чу. Вот мы сделали все конфетки. Кто мы? Я сделала сегодня такие печеньки и конфетки. Ты уже все сделала? Да. Покажи мне. Ух ты, какая красота. Ну все, пока.